Если хочешь иметь приятный досуг, не теряя времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В камерном зале Дома культуры «Чайка» проходит фотовыставка «Зима». Зима как чистый лист, на котором природа рисует замысловатые рисунки. На выставке представлены работы местной фотостудии «Радуга» и Центра детского юношеского творчества «Импульс». Зима, иней, замерзающая природа, серебро, темнота и прочее атмосферное. Время работы выставки с 10 до 20.00. Вход свободный. Работы можно будет посмотреть до 22 января. В кинотеатре «Художественный» открылась выставка «Театр и жизнь». За годы работы в театре драмы художник Наталья Хохлова создала невероятную галерею образов, декораций и костюмов более чем к 20 спектаклям. Дополняют выставку авторские куклы Татьяны Тимониной, театрального художника и сценографа. Выставка работает до 8 января. Приглашаем всех на новогодний праздник в Парке Дружбы. В субботу, 24 декабря, детей и родителей будут ждать Дед Мороз и Санта-Клаус, а также игры, конкурсы и подарки. Не пропустите официальное открытие местного катка. Планируется выступление юных фигуристов. Начало праздника в 16.00, Парк Дружбы. Уже со следующей недели и до самого Нового года на площади Куйбышева развернется невероятное световое шоу. Здание театра оперы и балета станет гигантским экраном, на который будут транслировать рождественские истории, анимацию и 3D-видеопроекции. Шоу длится 40 минут и будет непрерывно повторяться в течение 5 часов с 6 до 10 вечера. Представление под названием «Полетели в Новый год» обещает быть красочным и незабываемым. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.